Меня зовут Лапшина Дарья Сергеевна, я выпускница бакалавриата направления РКИ «Русский язык как иностранный». Я выбрала для себя именно это направление обучения, потому что у меня с детства была тяга к русскому языку, и уже в школе я себя очень хорошо проявила в этом предмете. И у меня всегда был высокий уровень грамотности, и вместе с этим меня очень интересовала другая культура, то есть культура других народов. Сама идея того, что возможно преподавать русский язык иностранным студентам, меня очень заинтересовала. Именно поэтому решила поступить на данное направление. Во время обучения я поняла для себя, что действительно это мне интересно. Данная программа дает именно большой плюс практические занятия. Когда ты на лекции слушаешь, получаешь необходимые знания, затем у тебя есть возможность именно на практике попробовать, насколько ты усвоил знания, насколько ты вообще готов к этой профессии. Понятие. Преподаватели на занятиях дали все необходимые навыки для того, чтобы правильно преподнести студентам знания о русском языке. Потому что само преподавание русского языка — это такая одна часть. И вторая часть — преподавание русского языка как иностранного, то есть для иностранных студентов. Здесь есть свои методические моменты, свои методические особенности, и поэтому эта программа мне дала знания как раз данного уровня. В настоящее время преподаю иностранных студентов, и мне нравится это занятие, мне нравится это делать, потому что я получаю огромный отклик от своих студентов. Когда ты преподаватель русского языка, а не просто русского языка, а русского языка как иностранного, ты на каждом занятии учишься чему-то новому у своих студентов и учишь их чему-то новому. Студенты иностранные, они имеют свои особенности культуры, которые накладываются на обучение русскому языку. Также параллельно с преподаванием я сейчас обучаюсь в магистратуре по направлению современной стратегии литературного образования. Решила углубленно изучить литературу, чтобы расти с профессиональной точки зрения, так как я хочу быть именно профессионалом своего дела, и комплексное знание как русского языка, так и литературы мне позволит это сделать. Данная компетенция позволит мне преподавать русский язык как иностранный, также и за пределами нашей страны. Мне действительно нравится эта работа, и поэтому я хочу нести русский язык массы, так сказать. Я хочу, чтобы русский язык был возрожден, чтобы к нему был возрожден интерес как к языку, так и к нашей русской культуре. И для этого я хочу расти дальше. Я знаю, что мне есть куда расти, но хочется сказать спасибо преподавателям направления бакалавриата «Русский язык как иностранный» за то, что у меня есть такая возможность понять свою миссию и понять свою профессию.